Ама актуально на телеканалі Родана. В гостях нашої студії перший заступник міського голови Євген здравствуйте. добрий вечір. цього тижня. Комунальні підприємства презентували свої плани щодо скорочення витрат у 2017 році. Тема цікава городянам. Так за рахунок чого та які саме підприємства переглянуть свої фінансові показники. В прошлом году ряд коммунальных предприятий, таких как водоканал, как теплосеть, трамвай, троллейбус, занимались сокращением собственных издержек, то есть сокращением своих затрат. Задача была поставлена мэром Юрием Григорьевичем Вилкулом. Мы ее реализовали через механизм Бюджетирование – это каждый месяц каждое предприятие докладывало, каким образом реализуется их бюджет по доходной части, по расходной части. Мы смотрели очень внимательно по каждой цифре, по каждой строчке. Каждое предприятие доказывало, какие затраты оно несет на какие направления, зачем это нужно делать и вообще, что это что это в итоге даст. Благодаря тому, что вот мы таким вот жестким образом отжимали расходную часть, занимались бюджетированием, общая экономия городского бюджета составила 65 миллионов. Гривен. В том числе там больше 40 миллионов водоканал, больше 15 миллионов тепловики и трамвай-троллейбус. Значит, ну, это на якости работы? Нет, конечно. Это, это было основное условие. То есть на качестве работ ни в коем случае это не должно было сказаться. И жители города, безусловно, должны были получать услугу при тех же ценах то, и того же качества. При этом сами предприятия искали у себя излишек, тот, без которого они смогут обойтись. Чтобы... Ну, уже как бы уже в текущем году можно было показать определенную экономию, а в этом году вот мы сейчас рассмотрели те проекты, которые подали нам эти же коммунальные предприятия в качестве инвестиционных проектов для для дальнейшей оптимизации затрат. То есть там были очень очень интересные проекты. Ну, допустим вот по водоканалу это это модернизация и переход на более инновационное энергосберегающее оборудование, чтобы экономить деньги. Тепловики разрабатывают программу, чтобы еще еще больше экономить потребление газа в троллейбусе и трамвае это, это установки счетчиков электроэнергии на каждую единицу транспорта чтобы можно было видеть как как водитель едет каким образом тратится электроэнергия то есть каждое предприятие предложило несколько целый набор своих предложений инвест в инвестпрограмму на этот год мы выбрали те проекты, которые наиболее эффективны. То есть мы смотрели на общую стоимость uh -huh. каждого проекта, мы смотрели на эффект и мы смотрели на срок окупаемости. Ну, по есть, сути изменился менеджерский подход. Э, да совершенно верно. Мы выбрали именно те проекты, которые дают максимальный эффект. То есть то есть самую быструю окупаемость за самый ну, максимальный эффект и самую короткую uh -huh. самую короткую окупаемость. Я думаю, что мы в ближайшее время анонсируем эти проекты. Самое главное, що самі директора компанії змінили То они понимают, Тобто вони розуміють, що делать. робити. Ми вот за полгода навчили коллег, і зараз вот я вижу, что мы що ми вже на одній страниці. Стратегія змінилася. Так, от була озвучена така цифра, що у діяльності комунальних підприємств виграв від цієї зміни менеджерського підходу. Так виграли ми 60 мільйонів гривень місто. Це той результат, на який очікували, чи планка була. Выще но это мы рассчитывали на меньший результат, если честно. Я угу. сам не ожидал. То есть это, это очень хороший эффект. Я чувствую, что там еще есть потенциал для снижения. Причем заметьте, мы это рей, э, так уважаете, э -э Это экономит. погоду, да. Причем угу. мы не сократили ни одного человека. Мы никому не понизили заработную плату. Жители города получают тот уровень услуг, который не получали до этого. Угу. Э -э При этом за затраты самих компаний, э самих предприятий снизились. Э -э я вам скажу больше, что вот мы сейчас готовим договора по социальному партнерству с бизнесом нашего города. Одно из ноу-хау, которое будет в рамках этих договоров о партнерстве, будет не только финансирование в виде денег городских программ, а и поддержка интеллектом. То есть компанія, яка работає у нас в місті, ми будемо создавать отдельные робочі групи, які будуть займатися зниженням затрат в тих или иных комунальних предприятиях. Ми звернулися за коментарем до керівників підприємств, про які йдемо. Ага. У нас є відеоматеріал про те, що на чому конкретно і скільки вдалося зекономити гроші в міський бюджет, пропоную подивитися. Ага. Кривбасоводоканали Криворіж тепломережа у переліку збиткових комунальних підприємств Кривого Рогу. Однак це стратегічно важливі для міста підприємства. Залишити їх без уваги та підтримки неможливо, але шукати способи оптимізувати витрати у такий скрутний для країни час дуже важливо. Певні зрушення вже є завдяки жорсткому контролю за витратами. За результатами року, що минув ці два підприємства зекономили близько 65 мільйонів бюджетних коштів. Потенційно можливо заощадити ще приблизно стільки ж. Оптимізація затрат це не просто економія, це шлях до осучаснення підприємств. Наприклад, на каналізаційно-насосній станції номер 1 Кривбасводоканалу впровадили проєкт з модернізації обладнання. Таким чином підприємство заощаджує електроенергію і гроші. Отож, не підвищується собі вартість продукції та, врешті-решт, виграють споживачі. Був замінений поніжаючи трансформатор з 6 кВт на 0,4 встановлений новий насосний арігат. SD450 на 56 с двигателем 132 кВт, вместо насосного агрегата 2 sn 250 с двигателем 250 кВт. Эта замена помогла нам сэкономить более 40% потребляемой электроэнергии в месяц. На Кривбасводоканалі займаються розробкою стратегії розвитку. Проекти планують реалізувати впродовж трьох років. Ті заходи, які вже вдалося впровадити на сьогодні, дають змогу економити понад пів мільйона гривень на місяць. Плануємо збільшити об'єми мероприятий, привіт дополнительні средства, скажем, для виконання цих програм. На сьогодні вже розроблена стратегія модернізації водопроводних сітей, управління технологічним процесом, обновлення З сітями. Ми займаємося електроенергією економії займаємося, И с снижением или корректировкой гидравлических режимов мы тоже занимаемся. На 17-й рік пріоритетним напрямком буде саме заміна старих насосів на нові, якісніші, ефективніші та маловитратні. Щонайменше 5 мільйонів гривень планують вкласти в модернізацію обладнання. За словами керівника підприємства, витрати окупляться максимум за два роки. У криворіж тепломережі також розставили пріоритети. Тут вбачають два основні напрямки заощадження: це зменшення споживання електроенергії та газу. Для цього впроваджують нові технології, зокрема частотне регулювання електроприводами насосів, встановлення нових горілок, термоізоляція теплопроводів. В результате проделанной работы по ряду котельных предприятий достигла экономии электроэнергии за 2016 год в пределах 2,3 миллиона киловатт-часов. Это на сумму 4,2 миллиона гривен. В прошлом году предприятие сэкономило в пределах 3 миллионов кубометров газа на сумму в пределах 18 миллионов гривен. На 2017 рік запланована модернізація котлів на котельні, що на прорізній. А на котельних Тернівського району планують ввести хімічне знекислення води. Раніше би трубопроводи не іржавіли використовували термічний спосіб обробки, а це додаткове споживання газу. І найцікавіше зменшення витрат підприємств, що надають комунальні послуги, напряму впливає на суми у платіжках кожного мешканця. Європейські партнери, з якими влада міська співпрацює у цих напрямках, чи вже бачили, чи оцінили от зроблене? мені? дуже приємно, що... наш город рассматривается как надежного партнера за границей. Нас в нашем лице видят надежных, надежных партнеров, тех людей, которые то, что говорят, делают всегда и делают всегда очень качественно. Меня приглашали в качестве, в качестве спикера на одну из конференций, которая состоялась два дня назад в городе Вроцлав. Это большая конференция, в которой принимали участие представители Министерства топлива и энергетики Украины, Министерства экономики, Национального агентства по энергетике инновациям, несколько облэнерго нашего Украины, в том числе и в качестве примера рассматривался и был приглашен город Криворог, где я рассказал, что делается городом, нашим городом для экономии энергоресурсов. В городе Криворог в течение последних пяти лет практически 100% всех коммунальных предприятий оборудованы приборами учета на электроэнергию, на тепло, на воду. Это, это дает возможность существенно снижать затраты. То есть, когда мы контролируем в режиме реального времени затраты, мы сразу видим, где у нас перекосы, где у нас... Почему в одной школе точно такой же, как в этой, в два раза меньше потребления, там, условно говоря, воды? Мы начинаем разбираться. Ну вот почему при, при прочих равных условиях разное, э, разное потребление и находим очень интересные моменты, когда ну, бывает такое, что там не знает и никто. Чем такие причины, это факторы фактор. Человеческий фактор, когда угу. человек знает, что его результаты видят все в первую очередь мэр города, заместители, то сама структура начинает работать более мобилизированно. То есть, та та так бывает образу. всегда. Вообще, вот есть правило, когда какую-то величину контролируешь, она сама собой улучшается на 10%. Это вот закон жанра. Так было всегда. Снова повернулся до менеджерских подходов. Так, про что удалось домовиться? Ну, договорились о простых вещах. Ну... Прежде всего, я показал о наших идеях, что мы собираемся делать дальше, чтобы еще улучшить свою работу и снизить затраты. Обратился к коллегам из Врослова, Показать их наработки, что они делают, какие умные приборы, умные счетчики, умная система для оптимизации транспортного движения, мобильное обслуживание, жители города, различные программы, которые дают возможность более эффективно и качественно работать городской власти. Из принципиальных вещей, ну, во-первых, во Врослав принимает наших ребят, те, которые поедут на реабилитацию после участия в зоне, в зоне АТО. 26 числа ребята выезжают. В первую очередь они приезжают во Вроцлав, потом они едут на на курорт, на реабилитацию, 20, 27 человек выезжает Это первая партия, первая группа ребят, вторая группа выезжает в середине марта месяца. Ну, я, во-первых, поехал проверить, как там готовность, все ли в порядке, все хорошо. То есть наших ребят там ждут. Чекают. да. Чекают, да там будет там, целая группа волонтеров, mm -hmm. им, там, им там готовится экскурсия по Вроцлаву. То есть все будет очень хорошо. Очень уважительное отношение к городу. К нам, как к городу, благодаря тому, вот, 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 вот тем вещам, что мы не бросаем там, в беде там, или в горе своих коллег, своих, земля... своих земляков. Мы показываем на, на собственном примере, что для нас очень важно показать жителям города, что мы не оставляем ребят вот, в этой ситуации, в беде. Именно тем, кто нуждается в реабилитации, в лечении, в помощи, в поддержке. Город всегда рядом, городская власть всегда рядом. Это первое. Второе. 3 марта мы с Юрием Григорьевичем выезжаем во Вроцлав и где будут встречи с губернатором воеводства, с маршалоком, где будет встреча с президентом города, нам покажут свои наработки, но ну, в первую очередь, что интересует нас? То есть мы, мы в ближайшее время получаем кредит на троллейбусы. К слову сказать сегодня нам подтвердили уже 100% пройден кредитный комитет 10 миллионов евро, городу криворог для утепления школы садиков. Это угу. уже железно. Это мы уже прошли. В ближайшие дни будет кредитный комитет по Троллейбусам. Я, Это ты про что мы говорили? историю. Я поздравляю в всех, всех нас. То есть мы то, что обещаем, мы делаем. Второе. По троллейбусам мы хотим посмотреть, как, как провести качественную оптимизацию, чтобы, жители, чтобы жителям было комфортно. Просто купить новые троллейбусы, но ну, этого мало. Нужны дополнительные системы для оповещения для, для пассажиров, нужны, нужны дополнительные системы для управления потоком, оптимизация потока, чтобы, троллейбусы, чтобы в троллейбусе было реально доехать быстрее и комфортнее, чем на любом другом виде транспорта. Вот эти все вещи мы смотрим с Юрием Григорьевичем, нам дают эксперта, который нам будет помогать делать это здесь, в Кремроге. Вот вкратце наша договоренность. Транспортный рух – это такая складовая смарт-сити, так разумное место, про которое часто говорим, что это на практике, что включает себе это модное, скажем так, слово э, Ну, первое, чтобы жителям было удобно и комфортно, троллейбусов должно быть в два раза больше. Ну, люди не должны стоять часами на остановке. То есть э, гарантированно э, город должен предоставлять э, соответственного качества услугу. Вот, вот всегда, там, в снег, в дождь, неважно, зим, там, зимой, летом, должна быть гарантирована услуга. Второе, это на троллейбусе, на трамвае люди должны доехать быстрее. Вот. Для этого готовится оптимизация транспортного потока, когда системой управления светофоров делается так, чтобы на любом виде городского транспорта было доехать быстрее. Возьмем, к примеру, сейчас вот яркий пример. Это маршрут, когда наш, наш скоростной трамвай выходит за, за пределы своей канонического, своего канонического маршрута и движется дальше по колеи э, обычного трамвая. Uh -huh. да? это, это очень удобно, потому что человек на восточном сел, грубо говоря, там, до ЮГОКа доехал там, за то же время как на маршрутке, только в два раза дешевле. Это вот классический пример, когда город создает условия, при которых городскому, городской транспорт получает приоритет в городском потоке, когда э, пассажиры, жители города знают наверняка, что это точно гарантированнее, это безопаснее, это комфортнее, это дешевле. Тобто можна сказати, що смарт – це зручно, швидко і якісно. Для жителів жителей мірої. Скільки нових тролейбусів конкретно ну, з'явиться завдяки кредиту? 50. 50. Угу. От ще про смарт-технології. У рамках хотілося б запитати про енергоефективність, енергонезалежність, як далеко ми у цьому вже пропонуємо. Я, собственно говоря, ради цього вивчаю різні підходи, різні технології, можу сказати, що. Украина крепко отстала от всего мира. То есть мы счастливы, если просто прибор учета, учета стоит на доме, не говоря уже о том, что или там на каком-то другом объекте, не говоря уже о том, что сбор данных централизован, что дает возможность оперативно реагировать и смотреть, где что происходит. В мире уже перешли на новый уровень, когда Домашние приборы общаются с общим компьютером в доме, да, когда там, не дивина, когда холодильник не заказывает продукты самостоятельно, но ну, это как бы это ну, это экзотика. Если говорить вот о приземленных вещах, mm -hmm. то вот те приборы, которые вот я смотрел, они они сами сигнализируют там испол... ну не знаю, там человек получает смс, да, что у него там вдруг вот ни с того ни сего там в течение дня, когда все в школе на работе, там несанкционированный расход электроэнергии. Почему это может быть? Может быть стиралка включилась, да, потому что она была так запрограммирована или там что-то еще другое но вот вот такие вещи которые дают возможность смотреть там э, насколько твой факт отклоняется от средней величины это все мобильное приложение это все очень просто у каждого человека есть есть своя домашняя страничка вам все видит вот мы хотим это сделать на наших коммунальных объектах как нам говорят специалисты эффективность от внедрения подобных программ 30 процентов то есть после внедрения этих умных счетчиков smart ритма снижение энергозатрат на 30 процентов ну, нам это конечно интересно Економія і розвиток водночас поєднати ми це повинні, не просто, ми але не сподіваємося. Ми повинні економити гроші, а зекономлені гроші деньги направляти на розвиття. Дякуємо за те, що завітали сьогодні. в Нашу студію нагадаємо, гостем нашим сьогоднішнім був перший заступник міського голови Євгену Дот. На все добре.